Добрый вечер. В прямом эфире программа «Татарстан без коррупции». Любая сделка с недвижимостью предполагает подготовку пакета документов. Его состав может варьироваться в зависимости от того, продается имущество, дарится или оформляется в наследство. Но любое столкновение со служащими государственных или муниципальных учреждений в массовом сознании накрепко ассоциируется с огромными очередями и поиском обходных путей. Из-за этого многие отказываются требовать то, что им полагается по закону. Ведь перспектива потери времени и нервов выглядит пугающе. Как избежать коррупционных факторов при проведении сделки купли-продажи? Какие документы нужны? А какие сервисы Росреестра при этом доступны и эффективны? Обсудим вместе с гостями в студии. С нами сегодня Алексей Юрьевич Панкратов, начальник организационного отдела Управления президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики. Здравствуйте. Добрый вечер. Альберт Маратович Хайрудинов, заместитель руководителя управления Росреестра по Республике Татарстан. Добрый вечер. Добрый вечер. Руслан Раитович Садреев, вице-президент гильдии риэлторов Республики Татарстан. Добрый вечер. Хайрликич. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 570-50-75. Звоните, задавайте вопросы. Мы ждем ваших сообщений по электронному адресу, который вы видите сейчас на своих экранах. Также на протяжении всей программы будет работать электронное голосование. Тема интерактива сегодня. Все ли вам понятно в сервисах Росреестра, на которую предложены три варианта ответов? Голосуйте. В конце программы подведем итоги. Алексей Юрьевич, как вы считаете, который ответ из трех представленных сегодня наберет наибольшее число голосов? И как бы проголосовали вы? Ну, давайте немного порассуждаем. В дополнение к той большой работе, которую Росреестр проводит самостоятельно, Республика также принимала участие в обеспечении этой работы. И в 2015 году по решению президента была создана в Республике система многофункциональных центров. На сегодняшний день действует уже 51 многофункциональный центр и больше 270 обособленных центров принятия документов. Ну, вот как-то с учетом таких цифр и того, что почти 118 услуг оказывается в электронной форме и через многофункциональный центр, я думаю, что, по крайней мере, очень надеюсь, что проголосует именно тот вариант ответа, где, что в республике делается много. Что все удобно, понятно, оперативно решаются все вопросы. Да. Альберт Маратович, что сегодня собой представляет Росреестр по Республике Татарстан и какие услуги сегодня доступны населению? Ну, Росреестр – это одно из крупнейших органов федеральной власти исполнительной. Вот, наделен определенным спектром полномочий. Для обывателя, для простых граждан мы известны как регистрирующий орган и орган, который стоит на кадастровый учет. Но мы еще обладаем еще некоторыми надзорными функциями, при том обширными, такими большими. Это государственный земельный надзор, надзор за арбитражными управляющими, саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих оценщиков. Ну, там еще есть геодезический надзор, который тоже является третьим, так скажем, надзорной функцией, которой обладает Росреестр и управление Росреестр Республики Татарстан в частности. Расскажите, пожалуйста, как происходит процедура обращения в Росреестр пошагово? Вот вообще нужно сейчас, обратиться, да, да, можно обратиться, вот как коллега говорил, через МФЦ, широкая сеть МФЦ. Я хотел бы здесь отметить особое внимание то, что уникальной республики часть является по МФЦ то, что в МФЦ в свое время, когда она создавалась, начали работать именно сотрудники Росреестра. Почему так получилось? Потому что ввиду передачи полномочий МФЦ, Росреестр, так сказать, претерпел огромные сокращение. Это почти 30% численности было сокращено. И вот эти люди, квалифицированные специалисты, которые должны были, по принципу, уйти на улицу, они перешли в МФЦ. Соответственно, мы не потеряли квалифицированных сотрудников. Да, и для наших заявителей, граждан, как бы прошло, как будто поменяли бейджик только и все. И брендбук, который вы красиво видите, да, этот многофункциональный центр, где в каждом районе можно получить не только услуги Росреестра, но и других органов государственной власти. А где, кстати, можно получить? Вот в МФЦ где еще? В МФЦ. Кроме МФЦ у нас есть, конечно, и бесконтактные способы. Это электронная регистрация и кадастровый учет. Это через портал Росреестра. Да, получив электронную цифровую подпись, можно подать в электронном виде государственную регистрацию. Что мы активно развиваем и советуем нашим все-таки участникам, профессиональным участникам рынка, вот как раз вот риэлторы, нотариусы, наши крупные застройщики, органы государственной власти, которые наделены сейчас такими полномочиями. Ну и, соответственно, еще есть один способ, который давно уже прописан в законодательстве, это путем почтового отправления. Конечно, он мало используется, но все же я про него могу сказать, он действительно есть. Это вот три вида возможности, к которым можно обратиться для государственной регистрации и кадастрового учета непосредственно в Росреестр. Скажите, пожалуйста, как в районах республики организованы сделки с недвижимостью? Вот в районах, то есть не берем крупные города, да, крупные центры, в районах, в сельских поселениях, как это организовано? Приходит человек в МФЦ, приходит человек в комнату, где, в здании, где написаны мои документы. Что дальше?
кому он обращается? Он обращается к сотруднику. Сотруднику. Да, он получает консультации, если необходимо, да, по перечню документов и по полноте пакетов. Квалифицированный сотрудник МФЦ дает консультации. Если смотрит, что есть полный пакет документов, да, ну, даже если отсутствие полного пакета документов, все равно, конечно, принимается документ на регистрацию, всегда можно допринести. Но в любом случае лучше получить квалифицированную консультацию и потом, дабы не плодить приостановок и тому подобное, да, полный пакет документов сдать на регистрацию и получить вовремя ту государственную услугу, которая есть, в те регламентные сроки, которые установлены законодательством. Подробный перечень услуг во всех отделениях республики можно обнаружить? Во всех отделениях республики можно обнаружить полный перечень услуг. Я, кстати, хочу добавить, что мало того, что есть подробный перечень услуг, в многофункциональных центрах есть хорошо развитая услуга действительно консультирования. Более того, вот уже сегодня прозвучало, что можно пользоваться электронными видами обращений, но МФЦ предоставляет такой вид услуги, как вот удаленный терминал, и даже если человек не обладает компьютерной грамотой и у него нет дома компьютера, он может приходить в тот же самый МФЦ, ему помогут обратиться за услуги через терминал в электронном виде. То есть расскажут, пояснят, любая бабушка, любой дедушка, который даже, я говорю, не знаком с этой грамотой, он, в общем, такую услугу может получить. Расскажите, пожалуйста, как происходит постановка на кадастровый учет? Как это происходит? Ну, данная процедура, она всем известна, наверное, если нет, еще раз повторюсь, она начинается все с кадастрового инженера. Да? Это тот участник, профессиональный участник рынка, который выезжает на место с определенными приборами, характерные точки замеряет, да, и тем самым составляет межевой план. Вот этот межевой план, он в электронном виде, в бумажном виде, неважно, да, является основой для постановки на кадастровый учет. Это нужно для уточнения границ земельного участка, для постановки вновь образованного земельного участка. Вот и все, простая процедура. Больше ничего, ну и заявление. Это бесплатная процедура. Хорошо. Решает ли ваше ведомство вопрос с земельными участками, находящимися в федеральной собственности? Мы не предоставляем участки. Так. Мы ими не распоряжаемся. Мы орган государственной регистрации, который представляет услуги в сфере государственной регистрации и кадастрового учета. Спасибо. Первое сообщение с электронной почты. Добрый вечер. Нужно ли в срочном порядке проводить межевание земельных участков? И что будет, если его не провести? Ну, это давно такая уже истрепанная, извините за выражение, тема, да. На самом деле гражданам приходят определенные сообщения, письменном виде, нам тоже обращения такие были, да. Вот. Почему так? Кто это рассылает, да? Я еще раз хочу сказать, что это неправдивая информация. Ни в коем случае не нужно ей верить и остро-быстро бежать за, там, не знаю, межеванием или уточнением границ и тому подобное. Да, действительно, мой совет, это делать надо. Но для чего это делать надо? Дабы предусмотреть в будущем определенные споры с соседями. Потому что эти споры, они могут длиться годами, месяцами, да, и до судов доходят, и доходят до таких вещей, когда приходится правоохранительные органы вызывают. Не нужно это плодить, надо вовремя это сделать, если у вас неуточненные. Но хочу обратить внимание, если этого не сделали, это не является основанием для приостановки государственной регистрации и не является основанием для приостановки сделки по отчуждению и распоряжению этим земельным участком. А провести межевание – это платная услуга? Совершенно верно, это платная услуга. Да. Сколько это стоит? Ее делает кадастровый инженер. Ну, суммы разные. У нас рынок открытый, кадастровых инженеров у нас очень много. А вы контролируете как-то их деятельность? Да. Они как-то регулируются, они ограничиваются? Да, сырого кадастровый инженер контролирует, конечно. У нас тоже есть надзорная даже функция. Мы можем определенные выявлять недочеты, направлять их в сырого для принятия определенных мер. Ну и в том числе в прокуратуру. Действительно, бывают те нарушения, которые могут кадастровые инженеры сделать, которые за собой влекут как административную ответственность, так и даже вплоть до уголовной. Много таких случаев? Много таких случаев. Есть случаи по административной ответственности, есть по уголовной пока нет. Мы все направляем прокуратуры, очень хорошо работаем. Есть у нас уже в республике лишенные кадастровые инженеры, которые удалены из практики, да. Вот. Есть, которые оштрафованы. Ну, я думаю, что это делается для того, не для того, чтобы уменьшить количество кадастровых инженеров. Чем больше их, тем у нас конкуренция лучше, сами понимаете. И да, и цены у нас, цена политика будет ниже, да. Но все это идет для борьбы с целью увеличение качества, улучшение качества предоставления услуг, потому что не все мы знаем, да, и кто сталкивался, бывает, действительно, когда день, месяц, два ходим, да, и потом по результатам этих межевых работ, кадастровых работ, получаем приостановку, в конце концов, ну и тормозится весь процесс. Совершенно верно, получка, совершенно да? верно. Ну, вроде и деньги потерял человек, да, и время, вроде, самое да, главное, время, да, время. В конце не получил ту услугу, которую он захотел. А вообще есть как-то у вас в компании, как-то в вашем ведомстве как-то определено, есть какой-то, я не знаю, регламент, но это стоит столько? Или один кадастровый инженер может назначить совершенно разную цену на один и тот же участок? Совершенно верно, может, могут назначить. Быть, да? Это цены варьируются. Да, есть потолок, установлен у нас законодательством, да, есть потолок, но в данном случае, еще раз говорю, это простая конкуренция.
Я могу ответить на этот вопрос. Да, на практике обычно изготовление межевого плана земельного участка составляет в среднем от 3 до 7 тысяч. Это на практике. Ну, в среднем 5 тысяч. То есть изготавливается межевой план на земельный участок. Перед этим геодезист выезжает на место, выставляет точки, наносит их на определенный диск, и диск уже сдается в органы Росреестра. Хорошо. Альберт Маратович, расскажите, пожалуйста, подробнее о бесконтактных технологиях. Вы об этом уже начали говорить в начале программы. Вот немножко подробнее об этом. Ну, бесконтактные... Чтобы как раз вот уменьшить вот эту коррупционную составляющую, да, о чем мы начали говорить. Ну, понимаете, я начну немножко сдалека, да, ну, вкратце, так скажем. Да. Вообще, в прошлом году, мы все знаем, да, вступил в силу новый закон 218 о государственной регистрации недвижимости, который, ну, такой прорывной, так скажем, в определенной части. Вот. Я хочу сказать, что он, во-первых, обязал органы местного самоуправления самостоятельно, притом не дал право, а обязал самостоятельно подавать документы на государственную регистрацию в случае предоставления не только земельных участков, но и других объектов недвижимости. Или в случае, где стороной в сделке является орган местного самоуправления. Это договор аренды, купли-продажи и тому подобное. Вот. Почему-то у нас в республике пока это мало развито, да, но, соответственно, это опять является административным правонарушением. Мы очень сильно с этим боремся. Угу. Прокуратура уже не один исполком из сотрудников наказала по этому поводу. Вот это одна из тех моментов, где есть коррупционная составляющая. Угу. Когда нет посредника между органами. Вот мы все знаем, да, случаи, когда эти документы бывают немножко доделывают, переделывают. И в конце концов мы получаем то, что есть. Да, злоупотребление и тому подобное. Когда без посредников идет напрямую общение между государственными органами, эти вещи 100% исключаются. Поэтому я и склонен как бы и об этом утверждать, и все-таки настаивать на этом, и пропагандировать для органов местного самоуправления вот эти бесконтактные методы. Мы согласны выехать на место. Мы выезжаем на место каждый исполком, каждый муниципалитет. Самостоятельно учим, как это делается. Берем на полный контроль. Да, при этом все это бесплатно делается. Да, но лишь бы только это делалось быстро. Ну и потом в электронный вид, когда подает орган местного самоуправления, это бесплатная процедура для гражданина. Бесплатно? Потому что с органом местного самоуправления мы деньги не берем. Да, это раз. А во-вторых, да, в электронном виде государственная регистрация имеет сокращенные сроки. Не более 3 дней мы это делаем. Поэтому вот в чем преимущество бесконтактно. Если брать подачу документов на государственную регистрацию через портал Росреестра, то здесь, да, надо получить или квалифицированную электронную цифровую подпись, ее не проблема получить, она тоже не очень дорогая. Вот, но в этом случае там даже преференции идут по государственной пошлине. Там 30% скидки идет, так скажем, законодательно установлено налоговым кодексом, что в случае подачи на государственную регистрацию в электронном виде госпошлина берется за минусом 30%. Поэтому и здесь определенный есть стимул для того, чтобы люди переходили на бесконтактные способы обращение именно в органы Росреестра. Ну, вот мы видели, что видеоприемы вы ведете, и есть телефон федеральный, да, 8800 и так далее. То есть все для того, чтобы избежать коррупционных факторов. На ваш взгляд, насколько они приживутся, все вот эти технологии в сельских поселениях? Ведь народ привык ходить, ножками узнавать, что, как, подал документы, проверил. Ну вот еще раз я говорю, все-таки органы местного управления наделены этими полномочиями. Сельский житель, да, не будет из одной сделки, из одной регистрации права брать электронную цифровую подпись квалифицированную. Но все, что они на руки получают, те документы, те постановления, те решения, те договора, они идут от органов местного управления. Вот если мы вот их исключим из, так скажем, вот этой череды хождения, да, когда мы с органами будем напрямую работать, то это очень сильно хорошо приживется, и люди даже не знать не будут. Пришли в органы, там же получили они выписку о том, что у них право зарегистрировано с кадастровым номером, с номером регистрации. Все, это очень быстро и хорошо. А выросло ли вообще число обращений граждан через интернет-ресурсы? То есть, да, растет очень прилично, хорошо растет. Именно мы ожидали как раз от профессиональных участников рынка, а вот увидели, что все-таки простые физические лица. Если, когда мы начинали пропагандировать эту процедуру в 2015 году, это было порядка 5000 обращений за год, то 2017 год мы завершили более 40 000 уже. Как бы это, в этом году уже за буквально 2 месяца, там я цифры точно сказать не могу, но уже за 10 тысяч перевалило. Это еще мы так год начали. Поэтому за этим будущее, и нам никуда не деться, придется этим заниматься, потому что... Спасибо. Алексей Юрьевич, считаете ли, что действительно получение госуслуг через процедуру получения госуслуг стало действительно решением коррупционных проблем? Ну, не могу сказать, что абсолютным решением, но то, что это прорывная технология, и которая действительно получает распространение, срабатывает вот этот эффект передачи информации от одного гражданина к другому. То есть, если ранее это все шло только вот как распространение информации от самого Росреестра, то сейчас человек, который
получил эту услугу в электронном виде, рассказывает об этом соседу, сосед еще одному соседу, и, в принципе, вот такой вал таких обращений растет, а исключение любого посреднического человека в виде физического лица, он приводит действительно к сокращению коррупции. Ну, в общем-то, вот надеюсь, что это достаточно сильное влияние окажет. Блокчейн завоевывает Россию. Инновационная технология может прийти даже в госструктуры. Росреестр рассматривает ее применение для регистрации сделок с недвижимостью. Ведомство получило соответствующее поручение правительства. Альберт Маратович, в чем плюс этой системы и как это может работать? Честно сказать, не видел, даже не знаю. Вот. Да, осматривается на уровне Росреестра. Росреестр считается пилотной площадкой. Именно ну, здесь пытаются, оптимальное да, внедрение. Пока, честно сказать, испробовать... Просто размышлять, сидеть, ну, я не вижу смысла, потому что пока не попробуешь продукт, не скажешь его преимущества. Наверное, где-то его использовали, наверное, есть преимущество. Давайте попробуем, скажем потом, потому что сейчас ничего сказать не могу, даже не то, что потрогать, я даже не видел в глаза, как это выглядит. Хорошо. Какие сервисы Росреестр сегодня представляет предпринимателям? Понимаете, как-то Росреестр не стоит, не стоит такая задача, конкретно юридические лица. Мы для всех открыты, всем одинаковый подход, как бы, что предпринимать, что физическое лицо, что крупный застройщик, что орган местного самоуправления. Всем одинаково, просто, быстро и без проблем. Вот основная задача, другого мы не ставим себе. Спасибо. Алексей Юрьевич, может быть, на ваш взгляд, насколько эффективно сегодня выстроены взаимоотношения Росреестра с представителями малого и среднего бизнеса? И как бы вы оценили эффективность внедрения электронных сервисов и бесконтактных технологий? Ну, про эффективность говорить действительно довольно сложно, поскольку для этого нужно быть, ну, хотя бы тем же представителем малого бизнеса. В принципе, у нас есть представители, я думаю, меня дополнят в этой части. И более того, я бы не стал выделять действительно какие-то особые отношения малого бизнеса с Росреестром или с физическими лицами. Абсолютно верно было сказано. Это государственное ведомство, призванное осуществлять регистрацию любых сделок. Ну, другой вопрос, что есть все-таки профессиональные игроки этого рынка, и у них есть определенные преимущества за счет того, что они профессиональные игроки. Они знают какие-то тонкости, то есть, ну, давайте так рассуждать. Обычный человек пришел в Росреестр первый раз. Вот он вошел. Пока он все прочитает, уже какое-то время пройдет. А тут есть человек, который в этом лесу уже все знает. И он подходит к нему и говорит, давай проведу. Ну, наверное, это будет вот действительно представитель малого бизнеса. И ему немножко проще. Который на этом зарабатывает. Да, который на этом в том числе и зарабатывает. Тем не менее, ну, вот это рынок определенный. Это предложение услуг. Не обязательное условие. Поэтому... А может быть, это специально созданы такие условия, чтобы представитель, как вы говорите, малого бизнеса зарабатывает? Все-таки не думаю, что это именно так. Просто любой спрос, он рождает некоторые предложения. Есть спрос на «покажите мне и расскажите мне». Можно обратиться к профессиональному консультанту, который, по крайней мере, в МФЦ работает. Но так как мы иногда нужно быстрее, проще и проще заплатить, то кто-то предпочитает такие. Сэкономить время, да. Драгоценное, которое дороже денег, да? Спасибо. Это программа «Татарстан без коррупции». Сегодня мы говорим об услугах и доступных сервисах Росреестра по Республике Татарстан. Присоединяйтесь к разговору в студии прямо сейчас. Телефон прямого эфира 570-50-75. Мы ждем ваших сообщений по электронному адресу, который вы видите сейчас на своих экранах. Также на протяжении всей программы работает электронное голосование. Как меняются его результаты, вы также можете наблюдать на своих экранах. Пока лидирует первый вариант. Альберт Маратович, давайте поговорим об электронной подписи. Для чего она используется для Росреестра? Какие услуги можно получить при наличии электронной подписи? И какие требования ваше ведомство предъявляет для ее получения? Ну, по электронной подписи все гораздо просто. Очень просто, вернее. Это квалифицированная электронная подпись нужна. Именно квалифицированная, не просто. Какие удостоверяющие центры выдают, на портале Росреестра есть. Можно там увидеть, обратиться и получить. Я говорю, это очень быстро, в течение дня все получается. Ни одной проблемы еще, ни одного даже жителя, который столкнулся с этой проблемой, я не слышал на своих приемах и где-то на выездных приемах, где-то, я не знаю, в общении в других аудиториях. Да? Поэтому сейчас... Этим ноу-хау, так скажем, это не ноу-хау, да, никого не удивишь, и проблем вообще в этом нет. Эта электронно-цифровая подпись, она нужна как раз именно для обращения в органы Росреестра, для получения тех услуг, которые мы предоставляем. Это регистрация прав, кадастровый учет, выдача информации из Единого государственного реестра недвижимости. Вот. Ну, это как раз та часть наших полномочий, которые наиболее известны нашим заявителям, гражданам. Спасибо, Алексей Юрьевич. К вам вопрос. О чем говорят результаты работы республиканской экспертной группы в районах республики?
Я бы даже сказал, не только в районах республики, а в целом мы проводим мониторинг разных вопросов, в том числе, естественно, и вопросов, связанных с государственным реестром. Я бы сказал, что в поле зрения непосредственно сам Росреестр попадал крайне редко. Скорее речь идет вот о тех услугах, которые осуществляются вокруг этой работы, те же кадастровые инженеры. Ну, человеческий фактор продолжает место быть, к сожалению, сказать, что есть у нас какая-то область, сфера деятельности, где совсем нет коррупции, ну, пока вот такого нет. Естественно, и государственная регистрация также касается в полном объеме. Поэтому человеческий фактор существует, но это не системная работа. И, в общем-то, вот надо... Единичный случай, да? Это достаточно единичный случай. В этой связи надо вот отметить большую работу, которую Росреестр проводит в этом направлении. Я хотел бы еще отметить, что действительно мнение о работе Росреестра иногда ошибочно создается по работе тех лиц, которые участвуют в предрегистрационной подготовке документов. Как то кадастровых инженеров, вот, риэлторов, да, и других лиц, которые вот могут посодействовать, еще что-то, да. Потому что неправильный межевой план с ошибками сделан, да. Опять приходит к нам, мы отказываем, негатив к нам, у вас плохо все работает, да. Сделку, этот договор не тот составили, приходится приостанавливать, не те условия указали, либо что-то умолчали опять. Они же не спрашивают к тому человеку, кто составил документ. Опять идут в Росреестр, почему приостановили, у вас плохо налажена работа. Поэтому вот нам смысла нету себя огорождать от тех лиц, которые есть. Мы со всеми контактируем. Для нас нет лиц, с которыми вот эти плохие, вот эти хорошие. Они все участвуют в предрегистрационной подготовке. Спрос, говорят, да, рождает предложение, на самом деле. Ну, с этим надо смириться и со всеми наладить нормальные отношения и нормальный диалог. Для того, чтобы вот мы вместе организовали работу так, чтобы это было без препонов, и чтобы человек и заявитель наш никогда не подумал о работе нашего ведомства, и в том числе нас всех, да, в каком-то плохом ключе. Вот как раз продолжение ваших слов. Я зачитаю сообщение с электронной почты. У меня в собственности имеется земельный участок в садоводческом товариществе. На собраниях СНТ нам садоводам неоднократно разъяснялась необходимость провести межевание земельных участков для того, чтобы границы участка были точными и не возникало земельных споров с соседями. Я заключил договор с кадастровым инженером на проведение кадастровых работ, оплатил эти работы. Подготовленный межевой план на диске я сдал в регистрационную службу, и началось. Меня начали гонять между Росреестром и кадастровым инженером. Как мне объяснили в Росреестре, это происходит из-за ошибок кадастрового инженера. Подскажите, пожалуйста, почему сотрудники регистрационной службы не работают напрямую с кадастровыми инженерами, не контролируют их. Если это не их полномочия, то кто же все-таки должен следить за недобросовестными кадастровыми инженерами и привлекать их к ответственности за некомпетентность? Ответ на этот вопрос получим от прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики прокуратуры Республики Татарстан Зульфии Шакировой. Зульфия Минигараевна сейчас по телефону на связи с нашей студией. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, все ли здесь верно, что нужно делать? К сожалению, с проблемой, о которой говорит обратившийся гражданин, сталкиваются многие жители республики. Действующим законодательством Росреестр не наделен полномочиями по контролю за деятельностью кадастровых инженеров. За допущенные кадастровыми инженерами нарушения законом предусмотрена ответственность, в том числе административная и даже уголовная. К дисциплинарной ответственности кадастровый инженер может быть привлечен саморегулируемой организации, членом которой он является. Дело об административном правонарушении в отношении кадастрового инженера может возбудить только прокурор. В связи с этим, при выявлении ошибок в действиях кадастровых инженеров, Управление Росреестра по Республике Татарстан направляет материалы в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования. Только в 4-м квартале прошлого года таких материалов поступило к нам более 30. Практически в 90% случаев в ходе проведенных проверок нарушения подтвердились. Прокурорами возбуждены дела об административных правонарушениях и направлены в суд. Кстати, санкция статьи Кодекса об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность в виде административного штрафа от 30 до 50 тысяч рублей – или дисквалификацию на срок до 3 лет. Могу привести самые свежие примеры. В январе этого года судом по результатам рассмотрения возбужденных прокурором Высокогорского района дел об административном правонарушении за допущенные нарушения при подготовке межевого плана дисквалифицированный кадастровый инженер
Волков сроком на 3 месяца и кадастровый инженер Гизатуллина сроком на 30 дней. Подытоживая изложенное, разъясняю, что с жалобой на допущенные кадастровым инженером нарушения при проведении кадастровых работ вы вправе обратиться как в органы прокуратуры, так и в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров. Спасибо. Напомню, на прямой связи со студией была прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики прокуратуры Республики Татарстан Зульфия Шакирова. Альберт Маратович, в прессе много упоминаний о сотрудниках Росреестра, как о фигурантах уголовных дел. Вот на ваш взгляд, в чем причина? Что же, действительно, тот пресловутый, тот самый человеческий фактор? Да, совершенно верно, да. Бывает, сотрудники, видимо, идут на поводу где-то, какой-то соблазн определенный есть. Но еще раз говорю, я не хотел бы говорить, что это системно, не хотел бы говорить, что это очень много, да, действительно. Но и по большинству эпизодов, так скажем, да, материалы исходят от нас. Угу. Мы при выявлении этих нарушений, которые влекут за собой, казалось бы, уголовную ответственность, да, мы направляем соответствующие органы для принятия мер уголовного реагирования. Потому что иным способом, зачем умалчивать, у себя держать, это будет уроком и для других сотрудников, которые хотели бы, может, соблазн какой-то был, да, что-то сделать. Ну и, соответственно, наказать надо, потому что, как правило, эти действия, они влекут за собой материальный ведь ущерб тем лицам, в отношении которых они совершили эти действия. И самое главное, государство, потому что большая часть здесь, в общем, становится и государство, и ущерб причиняется хороший, при том, денежное выражение, да, именно не только республики, муниципалитеты, республики, но и вплоть даже бывает и Российской Федерации, если касается леса. Спасибо. Чем опасны схемы с тайной очередью? Узнаем сразу после рекламы на ТНВ. Это программа «Татарстан без коррупции». Сегодня мы говорим об услугах, доступных сервисах Управления Росреестра по Республике Татарстан. Присоединяйтесь к разговору в студии прямо сейчас. Телефон прямого эфира 570-50-75. Мы ждем ваших сообщений по электронному адресу, который вы видите сейчас на своих экранах. Также на протяжении всей программы работает электронное голосование. Результат интерактивного голосования также можно наблюдать на своих экранах. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, мы вас слушаем. Танфилия Мингалеевна. Угу. Добрый вечер. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Танзиля Мингалеевна. Угу. Я с сельского поселения Полосовка Елабужского района. Угу. Вопрос. Говорите, мы вас слушаем. Улица Полевая, дом 22. Угу. Мы купили, значит, в 2014 году купили дом с землей. И до сих пор, вот скоро 4 года, уже не можем оформить межзаконье. Соседи не подписывают нам границу. Угу. Что делать, да? Да, что нам делать и как быть? Все, спасибо. Ну, это классический вариант спора границ. Тут единственный способ, который я посоветовал бы, обратиться в суд. Потому что правда здесь не найдешь. Каждый говорит, что у него историческая граница здесь. Поэтому здесь обратиться в суд надо. Суд запросит соответствующий материал. Есть материал инвентаризации и другие более старые документы, которые содержат и поворотные точки границы. Да, и здесь в данном случае суд. У нас суды теперь очень... Щел как орешки эти дела, да, в свое время, может, на начале становления системы кадастра и регистрации это было тяжело, сейчас нет. Это просто... И такие споры, они повседневные, везде есть. И я думаю, что суд разберется быстро, качественно и оперативно. Спасибо. В коридорах Росреестра большая часть посетителей – риэлторы. Для них создаются какие-то особые условия? Ну, давайте мы начнем с того, что в коридорах Росреестра их не бывает никогда, потому что Росреестр вообще теперь не принимает документы на государственной регистрации. Да? Мы работаем через НФЦ. Это раз. А во-вторых, я еще раз повторяю, да, я говорил, что отдельно кому-то преференций никаких не делаем. У нас все одинаковые, да, и для этого у нас есть МФЦ, пожалуйста, нет бесконтактных технологий в электронном виде, пожалуйста, обращайтесь. Руслан Раитович, дополните. Вы действительно там не появляетесь? Я соглашусь, да, то, что, естественно, риэлторское сообщество никакого отношения к Росреестру не имеет, не является его структурой, не является каким-то отделом там и предрегистрационной подготовки. Хотя функции предрегистрационной подготовки непосредственно выполняем мы. То есть надо понимать то, что в цепочке оформления сделки Росреестр – это конечный вагон, конечное звено. Вот, и до этого необходимо провести переговоры. Если это ипотека, обратиться в банк, страховая, оценка, нотариус, и только после этого в Росреестр. То есть риэлтор нужен непосредственно для того, чтобы
для того, чтобы вот, подготовить необходимые документы. И уже вместе со своим клиентом передать это все в органы Росреестра. Руслан Радович, правда ли, что многие риэлторы за определенную плату сдают документы на регистрацию практически без очереди? Так ведь? То есть существует так называемая тайная очередь. Какой-то особый свой процесс, да? А другим, чтобы подать документы, действительно приходится приходить и даже неоднократно. Вы же сказали, что действительно для того, чтобы облегчить процедуру. Конечно же, с этим не соглашусь, потому что Олег Марсов сказал, что много способов подать документы, и на сегодняшний день, может быть, это когда-то и было, да, там какие-то были в середине 2000-х годов, там теневые очереди, да, так называемые, все о них знают прекрасно, помнят. Вот. Ну, слава богу, все это ушло в прошлое уже давно, и на протяжении последних 10-15 лет произошли существенные изменения. Не только в Росреестре, но и среди риэлторского сообщества. Большинство агентств, практически все агентства, которые работают на сегодняшний день в Казани, легально работают и открыто работают. Информация о нас везде есть, поэтому здесь никаких вопросов нет. Никакой очереди нет, естественно, там какое-то там сзади там здание. Да? Вот. Если говорить о способе подачи документов на сегодняшний день, очень много способов, и риэлторское сообщество, как правило, пользуется, как вот Сергей правильно сказал, зная способы записаться быстрее, мы просто их быстрее используем. То есть та же самая предварительная запись, та же самая, там, допустим, запись через Татар-услуги и через сайт Росреестра, подача документов в электронном виде, опять же. Мы тоже это используем. То есть операторы, и в нашей организации мы для агентства недвижимости предоставляем такую услугу. Мы подаем документы электронно, то есть не посещая. Вот. Поэтому это все уже на сегодняшний день история. Ну, согласитесь, что сдача документов по сделке, сопровождаемая специалистом, она проходит быстрее, а регистрация сама проходит без приостановок. Да, я хотел тоже сказать, что документы, собранные правильно, как правило, в 90-95% случаев не приостанавливаются, в отличие от того, если приходит человек самостоятельно и подает документ сам. Вы согласны? Ну да, действительно, если квалифицированный специалист сопровождает, да, если взять по аналогии юридических лиц, у которых есть юридические службы, конечно же, у юрлиц при сдаче документов на государственную регистрацию приостановок всегда бывает меньше, потому что действительно там целые юридические службы квалифицированы. Наш простой обыватель, конечно, он не обладая юридическим образованием, даже обладая юридическим образованием, не специфичен, да, тоже порой не сильно ориентируется, да, и поэтому бывают такие моменты. Но я хотел обратить внимание, у нас еще один участник профессионального рынка, который тоже сделки может нотариально удостоверять, это нотариус. Да, действительно. А он несет ведь еще и материальную ответственность за свою сделку. И нотариус наделен полномочиями без доверенности в случае сделки обращаться к государственной регистрации. И мы обязаны в течение суток зарегистрировать эту сделку и зарегистрировать право. Здесь еще у нас есть участник профессионального рынка, мы что-то про него не оговариваем. Да? Это тоже один из способов бесконтактного обращения. Потому что законодательно установлено для определенного вида сделок обязательно нотариальное удостоверение. Я думаю, что все-таки законодательство пойдет в сторону расширения этих видов нотариальных сделок. Тенденция пока к этому идет. Поэтому здесь стоит обратить внимание еще тоже и взор и на нотариусов наших, потому что мы про них тоже не говорим почему-то. Хотел бы добавить, что на сегодняшний день на самом деле большое количество сделок проходит через нотариус, то есть нотариально удостоверяется, но все-таки на практике получается, что граждане, получая нотариально заверенный договор, они все равно ножками идут в Росреестр. Вот, потому что, понятно, что нотариус такой же предприниматель, и это дополнительный расход для граждан. И проще, на самом деле, сесть в машину, доехать в Росреестр. И вот, как я говорил, я говорил об электронной подаче документов. Вот могу на практике сказать, что сегодня, если подойдешь в Росреестр, очень радует то, что не нужно долго ждать. Очень радует. Вот. Конечно, есть офисы в Казани Росреестра, которые загружены больше, есть загружены, которые меньше. Например, офис на Имашево, там предварительная запись практически забита. Мы говорили об этом, я работаю в общественном совете Росреестра, задавали эти вопросы, и мы видим то, что на самом деле на них есть отклик. Вот, и в течение последних нескольких месяцев, года, предварительная запись сейчас стала возможна. Например, в центральном офисе на Авангарде 74. Я сегодня, готовясь к передаче, я проверил, еще раз зашел на госуслуги, и действительно можно записаться не только на завтра, но и на сегодня. Тем самым, гражданин, собираясь на сделку, он может сегодня же записаться, через 2 часа приехать, через час и сразу сдать документ.
Хорошо. Здесь обратить внимание еще хочу, да, для наших заявителей тоже, что у нас действует экстерриториальный принцип. Вы знаете, да, что если вы проживаете в Москве и хотите зарегистрировать право на квартиру, которая находится в Казани, можно подать в Москве. Отлично. Также и в городе Очень Казани. Хорошо. Да. Мы те же сроки регламентные, регистрируем права и выдаем документы. Соответственно, если человек проживает образом в Пестрецах, да, а у него вдруг наследство в Казани получилось, не надо. Вот, да, я ехать хотел на центральный офис. Это надо очень ехать, удобно. Да, можно подойти в МФЦ в Пятачинском районе, подать документы на регистрацию в те же сроки, не больше, не меньше, за ту же государственную пошлину. Да. Но не только в республике, но только не в республике, да. России, да, вообще России, поэтому Россия. Здесь Спасибо. Тоже обратить внимание, что это Отлично. Тоже одна из видов. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире, телефон студии 570-50-75. Звоните, задавайте свои вопросы, мы ждем ваших сообщений по электронному адресу, который вы видите сейчас на своих экранах. Также на протяжении всей программы работает электронное голосование. Тема интерактива сегодня. Все ли вам понятно? В сервисах Росреестра, на который предложены три варианта ответа, голосуйте. В конце программы подведем итоги. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Галимуллин Евгений Нургалевич, я из села Татарский Тарсас, Менделеевского района. У меня такой вопрос. Я в 98 году оформил, от отца, от родителей земля, 20 соток осталось. Вот когда в 2006 году вышел на пенсию, приехал, оказалось, что моя земля уже не моя земля, а сельхозугодие. Хотя у меня там уже дом стоит. Забор, все, я там сажаю, деревья посажены. И вот 12-й год пошел. Я никак не могу в конце найти. 4 года мы жили без прописки здесь. Вот. В конце концов нам фальшивую бумажку написали, чтобы мы могли прописаться. Вот. Ну, там. Ну и все на этом. По всяким там тянут нас. Вопрос понятен, да? Да, в общем, концов нету. Вот сейчас, оказывается, дошли до того, что нам генеральная карта нужна Татарстана. Я не знаю, для чего это генеральная карта Татарстана. Вот у меня же документ есть, в общем-то. Генплан. Генплан. Документ по татарстанским законам, документ у меня есть. Ясно. Все как положено. Спасибо, спасибо. Спасибо. Ну, поясните, пожалуйста. Речь идет о генплане, наверное, районы, территории, да, которые устанавливают, да, какие земельные участки входят в границу черту населенного пункта. Именно эти участки обладают категорией земельных населенных пунктов, на которых возможно строить объекты индивидуального жилищного строительства. Это можно предоставить человеку или как? Или сложно? Это можно предоставить человеку? Генплан не предоставляется человеку. Никому не предоставляется. Да, он составляется и делается орган местного самоуправления. После его утверждения он предоставляется органу Росреестра, который загружает его в определенные информационные ресурсы, где сразу отображается граница населенного пункта. Вот. Если каким-то образом получилось, что у него построен объект на земле сельскохозяйственного значения, надо все-таки обратиться в орган местного самоуправления, если правда найдет, тогда в прокуратуру. Вопрос, почему предоставили земельный участок для именно, если он сельхозназначение для цели строительства. Такие факты у нас в республике есть. Вот. В данном случае прокуратура реагирует быстро и путем получения представления органов местного самоуправления данные вещи исправляет, как правило, оперативно. Включает либо генплан на земельный участок, так ведь? Да. Либо исправляет. Какие шансы получить документы? Видите, запросили документ, который просто нереально получить. Ну, исходя из самого вопроса, все-таки не до конца ясна ситуация, что у него человека произошло. То есть, если действительно предполагать, что речь шла о том, что когда-то было самовольно построено строение на землю сельхозназначения, там, допустим, под обещанные условия присоединения вот этих земель к населенному пункту, ну, могло быть произойти такое, что по каким-то причинам это присоединение не произошло. У нас, к сожалению, на этом рынке тоже хватает и аферистов, и жуликов, которые вначале что-то обещают, дают возможность строиться, а потом, в общем-то, эти обещания не до конца выполняются. Иногда даже по объективным причинам, вплоть до того, что строительство происходит в каких-то запретных зонах, там, возле скот-могильниках или там, возле ЛЭП. И вот такая ситуация бывает. Но вот по конкретному факту мы его запишем обязательно. Надо разбираться более подробно, да, на месте, и уже дать ответ непосредственно. В эфире здесь сложновато. Спасибо. Ну, нужно детали, да, изучать, да, конечно. Нужно детали. Хотел добавить, да, конечно. Что на практике очень часто встречаются, на самом деле, такие случаи, когда люди строят, как вот Сергей правильно сказал, строят под какое-то, ну, честное слово, да, и
та же самая дачная амнистия во время своего действия, там достаточно много было моментов, когда люди строили, можно там даже сказать, не на своем участке, да, и на праве собственности принадлежит участок, но они строят дом, не определяя даже границы своего участка. Вот был вопрос насчет межевания, да, почему нужно проводить межевание, для того, чтобы границы земельного участка были точно выставлены на местности. И вот исходя из этих вот уже точек, можно уже разбивку делать для своего фундамента. Вот. А таких вот, как звонящие, достаточно много, и очень много людей попадает. И потом, на самом деле, в основном только можно сделать это все с использованием сил сильных юристов и только через суд, как правило. Спасибо. Альберт Маратович, насколько вы открыты для населения? Очень открыты. Какие инструменты для этого есть? У нас и телефоны доверия есть, мы говорили, да, но если надо, я в эфире скажу, да, 255-25-77, пожалуйста, о любых фактах. По вашему мнению, да, он круглосуточный, да, по вашему мнению, коррупция и другие вообще вопросы, которые возникают, либо где-то столкнулись с проблемой, невозможно зарегистрировать или поставить на кадастровый учет, мы оперативно реагируем, да. На сайте Росреестра, на нашем сайте есть тоже на вопрос-ответы, пожалуйста, мы в течение суток буквально отвечаем на все ваши вопросы, при том в письменном виде. Важный инструмент, это важный такой Росреестр, это наш колл-центр, это гордость наша, да. Это многонациональный телефон круглосуточный, 8 800 134 34, на любой вопрос ответит, вплоть до прохождения документов, в какой стадии, да, до перечень документов, вплоть до на тех такие банальные вопросы, которые людей в части консультации интересуют. Конечно же, оператор, если не сможет тут же ответить на этот вопрос, он ваш вопрос запишет, и в течение определенного времени обязательно вам перезвонит, либо письменный день предоставит вам эту информацию именно отквалифицированную, потому что эта информация представляется нам, вопросы. Мы квалифицированно отвечаем и через колл-центр обратно отвечает заявитель. Поэтому способов очень много. Единый день консультации. Единый день консультации, да, мы два раза в год обязательно проводим. Это по всей республике. Это по всей республике, по всем подразделениям. Да, притом она не только с участием сил Росреестра и на местах, но и мы привлекаем наших коллег из других органов, пенсионный фонд, налоговая служба, местные исполкомы, да, для того, чтобы те, кто участвует каким-либо образом в предреализационной подготовке, да, либо вообще, кто опосредованно от нас получает информацию, от частности, от налоговой службы, да, выгрузка о сделках, о правообладателях, да, вот, они с удовольствием приходят, и мы вот такой спектр, перечень буквально даем, когда в одном месте можно сразу только специалистов увидеть и получить квалифицированную информацию по широкому кругу вопросов, да. Это очень, конечно, востребовано, ну, поэтому мы его ежегодно, два раза в год мы проводим эти единые дни консультации. Спасибо. Заранее об этом анонсируем, договорим, и пока нареканий в этом плане у нас от заявителя не было. Так, еще спасибо. Раз об услугах Росреестра по Республике Татарстан в нашем сюжете. Давайте вместе посмотрим. Обратитесь в Росреестр, не выходя из дома. Все больше услуг можно получить в режиме реального времени. Воспользуйтесь сервисами портала Росреестра www.rosreestr.ru. Для вашего удобства на портале размещены подробные видеоинструкции и ролики с описанием алгоритма получения услуг в электронном виде. На портале Росреестра можно подать в электронном виде документы для постановки на кадастровый учет земельного участка, здания, помещения, сооружения, объекта незавершенного строительства. Для получения услуг перейдите в раздел портала «Электронные услуги и сервисы», а затем к сервису «Государственный кадастровый учет недвижимого имущества». Заполните форму, соответствующую услуге. Результат услуги вы можете получить в электронном виде, а также почтовым отправлением при личном обращении в офис Федеральной кадастровой палаты или МФЦ. При заполнении формы на предоставление услуги обязательно укажите способ получения документов по итогам ее оказания. На портале Росреестра можно в электронном виде подать документы на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. Для этого воспользуйтесь сервисом «Государственная регистрация прав и сделок с недвижимостью». Росреестр ценит ваше время, поэтому постоянно расширяет перечень электронных услуг. Росреестр содействует экономическому развитию и социальной стабильности в стране, улучшает инвестиционный климат и условия ведения бизнеса. Альберт Маратович, сколько стоят услуги Росреестра?
Ну, неграмотно будет сказать, сколько стоят услуги. Мы берем плату государственную, госпошлину, установленную налоговым кодексом Российской Федерации. Угу. Сколько это составляет? Для физических лиц 2000, если дачная амнистия, это дома, и 350 рублей, 20 тысяч, 15 тысяч, это для юридических лиц. Да? Ну, и там разные виды есть для разных установленных, все не скажу, но определенно есть. Притом это исчерпывающий перечень, налоговый кодекс, там четко все прописано. Выезд на дом или на место работников Росреестра, вообще такая форма работает? Существует такая форма? Нет, такая не форма существует. Нет. Мы еще раз отвечаем, мы отходим от контактных способов. Вообще, надо вообще исключить общение госслужащего с заявителем напрямую. Существует ли перечень платных услуг, которые оказывает Росреестр? Нет, такого перечня. Межевание, это не вы, это кадастровый инженер. Это кадастровый инженер. Хорошо, есть сообщение с электронной почты программы. Понадобилась нам справка ИГРН для оформления маткапитала, но ехать в регпалату с маленьким ребенком и сидеть в очередях нам не хотелось. Начали искать другие варианты. Подруга подсказала, что можно заказать справку через сайт Росреестра. Я очень обрадовалась, нашла этот сайт, без проблем нашла нужный раздел, завела все данные по квартире. На сайте есть возможность оплатить справку по банковской карте, что очень удобно для меня. После оплаты квитанции пришла на электронную почту. После оплаты квитанция пришла на электронную почту. На сайте можно отслеживать процесс выполнения заказа. Все было готово уже на следующий день после оплаты. Единственный минус для меня то, что мы заказали бумажный вариант выписки с доставкой Почты России. Почта сработала очень медленно, ждали 2 недели. Понервничать пришлось, так как деньги-то уже отданы. Ну да, заказать в электронном виде заказывайте, а способ получения выбирайте сами, там галочки есть. Либо в электронном виде, ну, конечно, одно «но», в электронном виде она приходит подписана электронной цифровой подписью, там файл прикреплен, и прямо написано «электронная цифровая подпись». Как. Получение можно съездить. Да, ну, не все учреждения почему-то принимают эти документы, для меня это очень дико и непонятно. Вот. Но, в принципе, если только для своего любопытства, да, в электронном виде так можно получить. А для других целей, для банков, эта обязанность, опять-таки, прописана для них. Заявители, они должны гонять, они обязаны сами. А можно заранее, кстати, позвонить и узнать, какие услуги Росреестра я могу получить? Заранее можно позвонить и узнать? Можно. Можно ли дистанционно отслеживать прохождение документов? Можно. Можно. Да. У нас есть еще один телефонный звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире, мы вас слушаем. Говорите. Алло, я жду, чтобы этот вопрос задать. Да, говорите, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня такой вопрос, Талькевского района. Алло. Говорите, говорите. Ага, здравствуйте. С Алькевского района Катерина вас звонит. Вам звонит. Очень приятно. У меня такой вопрос. Мы в 2013 году решили межевать землю, но выяснилось, что у нас кадастровая ошибка, наложение смещения. И при этом выяснилось, что соседи отмежевали свою землю, охватив нашу землю. Хотя и есть кадастровая ошибка, наложение смещения. На исправление кадастровой ошибки у нас есть решение суда в нашу пользу. До сих пор кадастровая ошибка не исправлена. И мы не можем свою землю отмежевать, потому что захватили соседи нашу землю, отмежевали, и по решению суда земля наша отошла им. Как нам быть? По решению суда уже отошла ваша земля им, так ведь? Или да, решение да, суда да. было в вашу пользу, вы говорите? Нет, нет, когда кадастровая ошибка, на исправление кадастровой ошибки, в нашу пользу. Угу. Кадастровая ошибка не исправлена до сих пор. 5 лет уже. Ясно. Понятно. Вопрос решен. Вопрос ваш понятен. Что делать? Нет, сначала, это, да, кадастровая ошибка, здесь в индивидуальном порядке посмотреть надо, что написано в решении суда конкретно. Как правило, люди заблуждаются, бывает, думают, что решение суда получили. Там надо читать, что суд установил. Установил ли границу, одну ли границу. Вообще, подлежит ли исправлению кадастровая ошибка. Она теперь реестр называется, конечно, не кадастровая, но это по старинке, видимо, заявите, гражданин говорит. Поэтому, если конкретно надо консультацию по этому получить, пожалуйста, запишите ко мне на прием. У нас есть видеоприем, можете по телефону проконсультировать, можем. 255-24-24, телефон моей приемной, пожалуйста, запишитесь. Я в студии возьму вашу фамилию для того, чтобы проконтролировать. Мы посмотрим ваши документы дистанционно, вы можете как на факс, так на электронку прислать, и ответим вам на все ваши вопросы. Спасибо. Сейчас еще одно сообщение с электронной почты. У меня вот не все так хорошо, как вы говорите. Заказала выписку из ГРП, оплатила. Через 2 дня захожу, чтобы проверить статус. А статус — заявка ждет оплаты. Оплачено 2 дня назад. Где деньги? Где документы? Звоню в службу поддержки, а там только смогли предложить составить какой-то документ, заявку на отслеживание моего платежа. Я так поняла. Притом обещали рассмотреть в течение 6 дней. Вот и экономия времени и денег. Буду надеяться, что все-таки мне удастся получить оплаченный документ. Ну, здесь винить никого не будет. Бывает, действительно, и сами люди неправильно эту кнопку нажимают. Мы сколько раз сталкивались с этим, да? Ну, и вполне возможно технические сбои. Я тоже это не исключаю. Действительно, на службу поддержки звонить надо, они оперативно реагируют. Конечно же, ваши деньги обязательно вернут, если услуга не оказана. А если она оказана, вам предоставят ту услугу, которую вы заявляли, это в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости.
Еще одно сообщение. Единственный способ исключить двойные продажи при покупке квартиры в строящемся доме – это получить выписку о регистрации договора долевого участия ДДУ в Росреестре. Прекрасный закон от 30 декабря 2004 года, номер 214, запрещает оплату до регистрации договора в Росреестре. На деле оказалось, что в свободный доступ Росреестр выкладывает только номера ДДУ, обремененных ипотекой. Да еще и делает это всего один раз в 3 недели. Информацию по остальным ДДУ получить через интернет вообще невозможно. Чтобы узнать, зарегистрирован ли ваш ДДУ, нужно делать платный запрос в офисах Росреестра или МФЦ. Это 700 рублей с ответом на e-mail и 1500 на бумажном носителе плюс поборы терминалов оплаты. Добавьте сюда еще очереди в этих организациях. Запрос обрабатывается со слов работника МФЦ 5 рабочих дней, со слов операторов Росреестра 9 рабочих дней. А реальный ответ пришел через 13 дней с информацией об отсутствии сведений, да и то только после подачи по телефону отложенного запроса. Сначала при проверке исполнения запроса по номеру на сайте Росреестра появилась отписка, что запрос обработан. Реально же нам ничего не отправляли. То есть получалось, что застройщик нас обманывает, дает нам договор с подделанной печатью. После очередного звонка в Росреестр выяснилось, что получить информацию по отдельной квартире нельзя. Можно только на все ДДУ, которые были зарегистрированы на данный дом по кадастровому номеру земельного участка, на котором он стоит. Но сотрудники МФЦ об этом не имеют понятия и делают запрос по номеру квартиры. То есть сайт сделан настолько криво, что даже сотрудники МФЦ не могут разобраться в том, как правильно подавать запрос со сведением по ДДУ, не говоря уж об обычных гражданах. И теперь нам снова нужно идти в МФЦ, снова стоять в очереди, снова платить госпошлину, заказывать новый запрос сведений, ждать 13 дней. Итого 26 дней на то, чтобы чтобы узнать, зарегистрирован договор долевого участия или нет. По договору же с застройщиком покупатель обязан оплатить недвижимость после регистрации договора в Росреестре в течение 10 дней. Что же делать людям? Опять верить застройщикам на слово. И как следствие, двойные продажи и демонстрации обманутых дольщиков. Крик души. Об уступке, наверное, да, скорее всего? Я так понимаю, если договор... Не факт. Действительно, там особенности государственной регистрации договора долевого участия о том, что действительно договор долевого участия регистрируется на земельном участке, потому что объект фактически не существует, и по квартире вы выписку не получите. Отказ вам придет представление информации, потому что квартиры нету. И все договора в виде сделок, они регистрируются именно на земельном участке. Это то, что есть у застройщика. Да. Поэтому я не буду сейчас вникать в эти перипетии. Я хотел бы просто сказать, я в прямом эфире говорю, я всегда доступен. Какие-то проблемы есть, пожалуйста, звоните в приемный. Я с любым человеком разговариваю. С любым человеком разговариваю. Есть телефон доверия, он тоже есть. Мы оперативно отвечаем. Я сам лично прослежу, где технический сбой. Я не могу и утверждать, и не буду говорить о том, что это наши сотрудники. Наши сотрудники оперативно отрабатывают. Сейчас это очень быстро делается. И в автоматизированном режиме. Век современных технологий. Нажатием одной кнопки мы полностью выпуск получаем. Не надо какие-то таблицы забивать, не надо вручную корректировать. Этого сейчас нету. Поэтому где произошел сбой, вот как раз мы выясним при обращении. Не тяните, сразу обращайтесь, будем оперативно отрабатывать. Альберт пока Марач, жалоб еще не было в этом направлении. Наделено ли ваше ведомство контрольными функциями? Надзорными функциями. Да, я называл 3 надзорные функции. Это кого вы можете проверять? Государственный земельный надзор. Да, нам надзорные земельные участки, которые имеют категорию населенных пунктов. Да, до года полтора назад мы все-таки еще за земли сельхозназначения надзирали. Сейчас эти функции ушли к Россельхознадзору. Вот. Мы в части нецелевого использования, да, как раз самовольный захват, это те статьи административных правонарушений, какие нарушения есть. Вот в этой части мы рассматриваем. У нас есть геодезический надзор для обывателя, это малоизвестно, да, мы надзираем за, так скажем, за уничтожением опорной межевой сети, да, и тому подобное. Это такая тяжелая терминологическая, так скажем, составляющая. Но у нас еще есть надзор за саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих оценщиков. Это тоже важная такая составляющая, да, действительно. В кадастровых инженерах вы можете применить? Нет, в кадастровых инженерах, вот как раз уважаемый прокурор говорил, что мы не можем. Можем только выявить и направить материал либо в СРО, либо в прокуратуру, что мы активно и делаем. Хорошо. А кто может контролировать вас? Кто может вас проверять? Вышестоящая организация, либо те же органы прокуратуры. Они ежегодно, раз в 2 года нас проверяют на предмет законности проведения наших действий. Спасибо. На протяжении всей программы у нас работало электронное голосование. Основной вопрос, все ли вам понятно в сервисах Росреестра? 55% телезрителей проголосовали, отдали предпочтение. Первому варианту ответа действительно понятно, удобно, оперативно решают все вопросы. Ваше обращение к нашим телезрителям, Алексей Юрьевич. В общем-то, очень положительный момент, о чем я и говорил, что все-таки в республике достаточно много делается для сокращения коррупционных моментов, для повышения прозрачности и понятности всех оказываемых услуг. И хотя Росреестр федеральное ведомство, но республика, в общем, своими усилиями по созданию МФЦ, сети большой помогла, надеюсь, помогла, значит, в этой работе. И совместными усилиями, я думаю, мы будем продолжать
двигаться именно вот в этом направлении, чтобы все было прозрачнее, понятнее и доступнее. Спасибо. Наша программа подошла к концу. Я благодарю наших гостей за беседу в студии и прощаюсь. Всего вам самого доброго и до скорых встреч на ТНВ.